Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. На данном видео я вам расскажу, какие основные причины, из-за чего может не заряжаться iPhone 7. Основные причины заключаются в следующем. Вышел из строя аккумуляторная батарея, либо контроллер 3-star, контроллер питания, обвязка. В редких случаях выходит нижний шлейф из строя. Мы вам рассказали основные причины, из-за чего может iPhone 7 не заряжаться. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.